Уважаемые гости, уважаемые скульпторы со всей России практически приехали у нас мастера. Мастера международного класса, мастера по скульптуре и песка, и снежные фигуры, и лед. То есть люди, которые относятся к творчеству напрямую именно в объеме. Хотелось бы сказать о том, что вот это мероприятие, мы начинаем, вернее, начиная с этого мероприятия, тема у нас, значит, укрепление берегов. Это тема, которая, в принципе, насущна сегодня. Мы знаем о том, что у нас наши берега омываются, наши берега исчезают практически 2,5-3 метра в год. То есть наша территория все уменьшается. Мы этой работой, этим форумом экологическим, проводим эти все мероприятия для того, чтобы обратить внимание на нашу проблему. Проблема, в принципе, не только наша, а проблема всего Обского водохранилища, всех города-поселения, которые примыкают к воде, они все теряют свою территорию, размываются. Теряется, конечно же, и зеленый массив, и, естественно, уменьшается наша территория. В рамках нашего конкурса «Песчаных скульптур» будет проходить экологический форум. Здесь у нас будут проводиться, здесь же в этом здании будут проводиться, у нас будут три площадки. Площадки именно с акцентом на проблемы экологии. Хотелось бы еще также сказать, что наш фестиваль песчаных скульптур, он на самом деле уже второй. Первый у нас в 2010 году мы его проводили, но было там 5 фигур. Это было только начало. Сейчас у нас более расширенный, практически со всей России у нас со всех краев съехали скульпторы. И вот это вот мастерство, этот высокий класс, вот он будет предоставлен вам на обозрение этих. То есть мы начинаем на самом деле новое направление, прекрасное направление в искусстве. То есть мы начинаем осваивать вот здесь, у нас на нашей территории, чтобы наши сибиряки видели эту всю красоту. И вот если вы заходили, видели большой короб стоит, он еще добьют песком. Это будет показательная скульптура как раз Асеева Сергея и Кошелева Андрея. То есть они готовят эту форму, которая приурочена как раз в нашей Атлантиде, то есть нашему конкурсу. Они не принимают участие в конкурсе. 10 участников, которые у нас сегодня были представлены, они будут у нас участвовать в конкурсе. Приглашаем вас как раз на 2 числа прийти сюда. Здесь будут стоять урны. Заходите, берете билетик с номерами. И какая вам форма понравилась больше, можете, естественно, в эту урну. Итак, победитель среди зрителей будет уже побежден. И награждение будет именно победителя зрительских симпатий на День города, практически вечером перед салютом. Ну что ж, хотелось бы пожелать участникам конкурса творческих успехов, пожелать, чтобы сил, творчества, чтобы нескончаемый поток был идей, эмоций и, конечно, хорошего времяпровождения. Я не раз участвовал в конкурсе песчаных скульптур, я знаю, что это очень дружная команда, и практически все знают, что это за материал, что это интересная работа. Спасибо.